Сейчас, ты камеру перекрыл. Был на чемпионате же мира. Да, вместе с Поповым и Щепанским второе место занял в команде. Проиграли, по-моему, испанцам, что ли? Ну, окей, класс. Шестой. Ну, вообще, ему надо в седьмой, по идее. Но он поначалу молодой и дурной. Приехал на соревнования. Вот. И, значит, без костыля еще. Там, заметочек там бегал. Ну, не детство, не инвалид детства. Я бачу, що воно не місце. Ну і так, і уїхати. Ні, не радіатор. Я думаю, що це не радіатор, не інвалідний. Тому що ми не підрашили. Йому 29. Казав, скільки він получить? Який у вас? 29. 75. Дякую.